Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня необычный для меня вечер, поскольку мы сегодня отмечаем день рождения моего, в общем, соратника, который начал работать со мной в «Арсенале» еще в 1973 году в первом советском джаз-рок ансамбле. С тех пор он является как бы продолжателем нашего дела. И, в общем, несмотря на такую свою молодость в свое время, он как-то быстро вписался в новый для всех тогда стиль, который, в общем, мне удалось привить в советском обществе, то есть джаз-рок, а потом фанки-фьюжн. Ну и, в общем, долго не буду распространяться. Мы бы хотели сейчас сыграть композицию, которая очень повлияла на меня в решении перейти от традиционных форм джаза к тому, что вот называется фьюжн. Это Кит Эмерсон, замечательный английский пианист и композитор, который недавно ушел из жизни. И как бы эту пьесу мы еще посвящаем его памяти. А пьеса эта называется «Таркус», одна из лучших композиций Кита Эмерсона. И я еще раз хочу поздравить своего, в общем, одного из лучших моих последователей с днем рождения. Thank you.
чтобы мы красная кавалеристы, и про нас мы ледники речистые ведут рассказ. Про то, как ночи ясные, потом, как они ненастные, мы смело, мы смело, мы смело в бой идем. Алексею Козлову за поздравления, за его удивительный, неоценимый вклад в мою жизнь, за его наставничество, за его просветительство и за то, что он сегодня выбрал время из своего очень сложного графика и пришел меня поздравить. И мы сыграли эту знаковую композицию, которая для всех любителей прогрессив-рока является просто символом как бы этого стиля. Спасибо огромное, Алексей Семенович. Еще Леша, раз. Я тебя люблю. Еще раз поздравляю, Славик. Будь ты здоровым. Спасибо. Спасибо, родной. Взаимно, взаимно. Здоровья, Алексею Семеновичу. Еще тысячи лет творчества и неувидаемого оптимизма, прежде всего. Чувство юмора нас спасет во всех смыслах. Поэтому грустить о том, что прибавляются года или убавляются, у некоторых года прибавляется, а юмора и ума не прибавляется. Так что все это очень относительно. И с годами происходит некая переоценка вообще ценностей и мнимых ценностей в жизни. Но это все философствование. Сегодня мне бы хотелось пригласить на сцену, поиграть с теми людьми, которых я искренне люблю и уважаю, как замечательных артистов и преданных друзей. Но я хочу пригласить, как вы поняли, на сцену группу «Квадро».
это люди, с которыми я прошел уже путь в 21 год. Это Руслан Капитонов. Это Алексей Валентинович Лебедев. Со Славиком мы чуть меньше играем, но ощущение, что мы играем лет 150, с того времени, как изобрели саксофон. Это Святослав Текучев. И вместе с ними мы исполним композицию, которую мы очень любим. Она такая позитивная, она такая драйвовая. В общем, мягко говоря, это композиция, которая называется «Русский фанк». Thank you.
Алексей Лебедев, Русланчик Капитонов, но сейчас на контрасте мы покажем одну из самых ярких композиций из нашей романтической коллекции. Это пьеса, которая написана не более чем 10 лет назад, но она по-прежнему, как мне кажется, актуальна. Мы ее сейчас как бы возобновили, оживили и внесли туда новые прекрасные элементы современного звучания. Это композиция, которая называется «Баллада дождя».
Пугачев. Лучший единственный исполнитель этой композиции. Сейчас мы сыграем композицию с первой пластинки нового квадра. Эта композиция была написана в 98 году. Она называется, так же как и тот альбом, «Лас-Вегас». Thank you.
Группа «Квадро». Слава Пикучев. Леша Лебедев. Руслан Владимирович Капитанов. Спасибо. Спасибо. Сейчас я хочу пригласить на сцену замечательного пианиста, композитора, продюсера, автора музыки ко многим спектаклям в театре Пушкина. Некоторые из них получили «Золотую маску». Автор музыки к художественным документальным фильмам. Это мой сын, которого зовут Игорь Горский. Ну, как многие из вас знают, мы с Игорем уже больше 10 лет выступаем в дуэте. И когда у нас образуются такие окна для того, чтобы мы могли сыграть концерт или куда-то выехать на гастроли, мы с удовольствием это делаем. И результатом такого творческого содружества стала пластинка «Шкатулка сюрпризов», которая вышла, уже 6 лет назад. Но мы уже готовы писать следующий альбом. Мы тщательно выбираем материал. Допустим, из 20-30 композиций выбираем где-то 12-14 максимум. Сейчас мы хотим сыграть композиции, которые как бы уже проверены временем и нам самим очень нравятся. Первая композиция написана Игорем. Она называется «Элегия». Да. Ну, если мой день рождения, значит музыка Игоря, это понятно. Сыграем мы сначала «Элегию», а потом я объявлю следующую композицию.
Игорь Горский. Сейчас мы сыграем контрастную композицию, с которой мы объездили очень много стран. И написал я ее в Москве, как ни странно, но она очень адекватна и в Испании воспринималась. Это композиция, которая называется «Испанское настроение». Thank you.
Хочу вас обрадовать. Во втором отделении вы увидите Игоря вновь. А сейчас я с большим волнением хочу пригласить на эту сцену мою очень давнюю соратницу, партнершу, подругу по блюзу, джаз-року, фанку, потрясающую певицу, которую вы все знаете. Зовут ее Маша Кац. Здравствуйте. На ночь. Угостите меня пюпитром, я сказала. Да будьте так любезны. Я сделаю вид, что я знаю ноты, но вообще-то я их знаю. Вы знаете, ну, во-первых, день рождения. Дело серьезное. Вы согласны со мной? Ну, так а что же? Да, спасибо, да, хорошо. Спасибо, да. Вот, ну, как юбиляра, как замечательного папу, как блистательного музыканта, великого композитора, это все великого. Его сегодня уже поздравляли. А вот он меня представил как подругу. Я волнуюсь просто, за все хватаюсь. А ведь на самом деле, вы знаете, действительно, друзья, и столько лет, что вам и не снилось, это называется. И я не знаю другого такого человека, который может так искренне радоваться за успехи своих товарищей по цеху. Это у нас дело очень крайне редкое, когда вот такая искренность за наши успехи. И я хочу, Слав, за твою какую-то вот наивную, детскую совершенно вот душу. Я тебя очень люблю, ты знаешь это, да? Всю их семью обожаю. Маша так тонко, мудро, глубоко сказала, что я даже прослезился. Да ладно, слезы я такой не вижу. По поводу радоваться за успех. Это точно. Рука сразу потянулась к рюмке, которой у нас нет. Но вам я предлагаю за это выпить, потому что это действительно... счастье. Да, для... боюсь, что это тост, ребята. Для каждого из нас это счастье, если вокруг нас есть такие друзья. Вот так вот. Да. Ну, нет, нельзя, я до этого коньяк пила, Марин. Прошу прощения. Друзья решили, что это серьезно. Пью за вас. Лохаем, мой дорогой, лохаем. Тарам-парам, та-дам. I love you-шечки, варематушечки. Очень хорошее вино, по-моему, да? Оказывается, кошерное вино. Замечательно. Понимаешь, да? Спасибо. Ну, давай, ну, Маша, говори чуть-чуть. Маша хотела объявить, но я почему-то предохитил события. Я даже не буду называть, что это за композиция, пусть Маша объявит. А только хочу сказать, что эту вещь я как бы... сочинил специально для Маши, но... не врет, все врет. Да, профессионально. Все врет. Ну, артисты они такие. Но эта вещь лежала и ее ждала, потому что я как-то не решался ей показать. Думаю, если Маше не понравится, я очень расстроюсь. Поэтому я выдерживал. Но хорошая мелодия... всегда как хорошее вино, вы же знаете. Если она выдержана, и потом она, так сказать, набирает сок, актуальность и выстреливает в определенный момент. Я надеюсь, что эта песня станет хитом и, естественно, в Машином исполнении. Как песня называется и все такое, Маша расскажет. Песня называется «Time's Gone». Я в нее влюбилась совершенно. Время пошло, да? Прошло, да. Нет, ну я пару... Алло. Он мне здесь суфлирует, на самом деле, понимаете? Не дает никакой свободы, это называется, творческой. Песня потрясающая, она мне очень нравится, она мне очень дорога. И редко бывает так, что вот прям буквально с первой же репетиции стало понятно, как с ней быть, о чем она и как ее нести. Так что, ну, фактически это третья премьерная, до 10 раз это премьера, да, в общем, третье премьерное исполнение. Так, что такое? Это кровь вина на клавишах. Кассио мироточит, точно. Все, порядок?
Какой Христа? Это кошерное вино. Обалденно. Ну, поехали, что ли? Я все сказала. И этим я все сказала. I'm losing my wings. Oh, I'm losing my wings.
Спасибо большое. У нас есть трек-брейкер, который не вышел играть эту песню. Будет наказан. Ну, не рублем, конечно, но чем-нибудь другим. Ну, а сейчас, как вы думаете, мы его дождемся? Я не знаю. Текучев, ты где? Славик. Слава! Нет, ну, значит, без саксофона. Мы же и сами можем сделать чпок. Правильно? Играй, тебе понравится. Что играй?
Па-данс. Па-данс. Как я люблю. Кого сделать погромче? Лёшенька Белов, родной. Мне, пожалуйста, чуть-чуть добавь клавиш в мониторе. Ну ты сам знаешь. Громче играют, тем меньше я слышу. О, спасибо. Слава себе мой. Будь так любезна. Меня зовут обычно Катя. Хорошо, не надо заигрывать со мной. При людях. Thank you.
Спасибо. Слава, группа «Квадро». Спасибо, Маша. Маша Кац. Группа «Квадро». Давайте сделаем небольшой перерыв. Thank you.
сейчас вместе со Славой Текучевым мы сыграем нашу веселую композицию, которая называется «Свежий квадрат». Thank you.
Слава, Сидюков. Спасибо вам огромное. Я хочу пригласить на сцену двух очаровательных дам. Младшую зовут Александра Шерлинг. Замечательная джазовая певица, известная не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами. Она в 6 лет поразила Нью-Йорк, спев песню Уитни Хьюстон в возрасте 6 лет. Такое было начало карьеры Александры Шерлинг. Шура Шерлинг! И я хочу представить ее маму. Это Олеся Шерлинг. Она потрясающая пианистка, импровизатор. Жена Юрия Шерлинга, ну, которого вы знаете, и про которого, наверное, не надо вам рассказывать. Эти две красавицы сейчас что-то сыграют в честь моего дня рождения. Наверное, они сами скажут. Ну, вначале хотелось бы пару слов сказать, на самом деле. Славочка, наш любимый маэстро. Мы всей семьей вас очень любим. Большой теплой любовью. И восхищаемся огромным количеством ваших талантов. Сейчас я уже являюсь страстной поклонницей ваших художественных талантов. И в честь вашего дня рождения мы здесь. И с большим удовольствием я сегодня презентую вам свою авторскую песню. Вот. Начну я с нее. Моя мама мне в этом поможет, без нее никуда. Ну, а в каком смысле? То есть мне какой-то подставы ожидать. А вторую мы сыграем, мы реанимировали очень-очень старую группу, которая называлась Carpenters, и сделали на нее... Нет. И сделали на нее кавер. Песня будет называться Rainy Days and Mondays. Вот так. Мы приступим. Yeah.
Возможно, я когда-нибудь проснусь, ведь это точно было все во сне. Отделение у нас отделение сюрпризов. Сейчас на сцене появится легендарнейший гитарист, композитор, человек, который еще до Стэнли Джордана начал играть в стиле гитарного тейпинга, когда вот руки лежат на грифе, как две руки лежат как на рояле. Но
в отличие от Стэнли Джордана, это американский гитарист, он соединяет не только общеизвестные стили джаз, рок, фанк, он все это замешивает с восточной музыкой. Энвер Измайлов! С Энвером мы вспоминали, оказывается, мы уже давно знакомы, даже больше, чем мы думали. Где-то в году в 78-м мы познакомились в городе Кривой Рог. Мы там были с Арсеналом на гастролях. И я впервые услышал, ну, Энвер в номере играл, но уже было понятно, что это что-то уникальное, неповторимое. Но впоследствии я его слышал на всяческих фестивалях, мы встречались в разных городах и даже теперь уже в разных странах, можно сказать. В общем, Энвер — это уникум, и это мой друг, который волей судьбы случайно оказался проездом в Москве, потому что он живет в Симферополе. Энвер Измайлов! Славик, с днем рождения тебе! Чтоб твои желания обалдели от твоих возможностей. Спасибо, родной. Спасибо, дорогие друзья.
рекламой все эти удары, чтобы у вас в жизни были понарошке. Знаете, я посвящаю Славику. Ну, посмотрим, как получится.
Педаль совершенно, в общем-то, простая, с которой многие играют, но толку никакого. А сейчас так получается, что время очень быстро бежит. Я хочу пригласить на сцену еще одного моего большого друга, с которым мы периодически музицируем. Я считаю его лучшим блюзовым гитаристом не только в Москве, но и в России. Его зовут Леван Ломидзе. Про Леванчика рассказывать не надо. Его многие из вас слышали, знают, но не все знают, что мы дружим давно и вместе музицируем, что мне приносит огромное удовольствие, надеюсь, Ливану тоже. И вот сейчас мы для вас что-то сыграем. А что именно скажет конкретно Ливан Ломидзе?
They call it Stormy Monday. Truth and justice fair. Thank you.
два часа. Thank you.
перемирие. Руслан Капитонов. Вячеслав Горский. Сам. В заключение нашего концерта мы сыграем композицию, с которой я начинал свой творческий путь. Я, когда учился в 8 классе, совершенно случайно ее услышал. У одного знакомого из моего класса оказалась «Сорокопятка» группы «Procol Harum». Только через много лет я узнал, что эту тему уже давно написал Иоганн Себастьян Бах, а Гарри Брукер ее просто использовал. Но, несмотря на это гениальная тема, которая вошла в историю музыки как вторая по популярности после песни «Yesterday» группы «Beatles» в 20 веке. Это композиция группы «Procol Harum», она называется «The Whiter Shade of Pale». Thank you.
Группа «Квадро». Игорь Горский. Святослав Тягучев. Алексей Левнев. Руслан Капитонов. И я. И вы, Вячеслав Горский. Вечный Слав. Святой Слав и Вечный Слав. Отлично. Спасибо огромное. Мы вас любим. Спасибо, что вы пришли. Спасибо за ваши сердца, за ваши теплые аплодисменты. Игралось очень легко. Может быть, поэтому так долго. Мы вас любим. Приходите всегда, следите за рекламой. До свидания!